Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 68, упражнение номер 2. Принтер, печатающее устройство к домашнему компьютеру, стоит 3600 рублей. Один картридж. Устройство наполнено чернилами. К нему может напечатать 2000 страниц. Заправка картриджа стоит 650 рублей. Всем членам семьи в месяц требуется распечатать 150 страниц. Хватит ли одного картриджа на весь учебный год? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны количество страниц умножить на количество месяцев. То есть 150 умножаем на 12. У нас получается 1800 страниц печатается в год. Один картридж может напечатать 2000 страниц. 2000 страниц – это больше, чем 1800 страниц, значит, картриджа на год хватит. Сколько пачек бумаги потребуется в этих условиях в течение одного учебного года для обычной распечатки страниц компьютерного набора? В одной пачке бумаги 500 листов. Значит, понадобится 1800, деленное на 500, 3 пачки и остаток 300, то есть понадобится 4 пачки бумаги. Отпечатать одну страницу компьютерного набора стоит 4 рубля. Нужно ли покупать принтер или выгоднее пользоваться услугами специалиста? Тысяча 800 страниц нужно напечатать семье за год. Если отпечатать одну страницу стоит 4 рубля, то чтобы отпечатать 1800 страниц, нужно 1800 умноженное на 4, 7200 рублей. Будет стоить услуги специалиста. А домашний картридж принтер стоит 3600 рублей. Услуги специалиста будут намного дороже, потому что 3600 намного меньше, чем 7200. Нужно покупать принтер. Расскажи, какие данные для ответа на каждый вопрос оказались лишними в этой задаче. Какими данными ее надо дополнить? Мы не использовали данные, то, что заправка картриджа стоит 150 рублей. А дополняли мы эту задачу данными, сколько листов в одной пачке. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.